Шымкенте состоялась встреча участников декабрьских событий со студентами. Знаковое мероприятие прошло в стенах одного из городских колледжей. Герои независимости предались воспоминаниям о студенческих годах. 30 лет назад они, такие же молодые, полные патриотического чувства, выступали за суверенность, о которой веками мечтал казахский народ. На площадь мы выходили не для того, чтобы геройствовать. Мы вышли за свою землю и родину. Нас переполняло чувство патриотизма. Вам я желаю чистого неба над головой, чтобы вы никогда не знали, что такое смуты, волнения и войны. Дорожите и цените независимость.